Иди тоже. Так, точки на карте я загружаю в плату навигации. Все, все точки загружены. Радиус 5 или 10 метров. Это может быть не так важно, не знаю. Посмотрим сейчас. Так, коммуникация, вот блок V232. И на коптере тоже. Включаем видеокамеру на бортовую. Да, пошла съемка видео. Камера стабилизирована с компенсацией. Вперед, назад, вверх, вниз. Наша задача сейчас взлететь и зависнуть над местом взлета. Посылаю точки ему для исполнения. Батареи хватит, зеваки пошли. Он начинает их исполнять. Хорошо, так скорость набирает, а? Я тебе рассказывал, как я свой чуть не потерял. Вот это да, стужу, ну, поднял, да. Его, решил сделать петлю. Сделал хороший разгон такой и завел его на петлю. Вот опять. То есть второй раз тот же самый маршрут, делается облет. Смотри, как быстро перемещается от точки к точке, да? Но он при этом не кренится очень сильно. Он делает легкий крен, набирает приличную скорость. Вот, и теперь сейчас должен улететь в ту угловую точку, которая острая у нас очень. Ой, красавец, вообще красавец. Все, и последняя точка — это здесь. Точек было у нас 6 или 7, да, Дим? И высоту все прежнюю удерживает, ту, которая была задана. Я не управляю ничем. Все, режим удержания позиции над местом взлета. Ну, смотри.